сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом, как можно приспособить для пленэра обычную дачную тележку. В руках художника она может стать многофункциональным предметом, исполняющих целых три предназначения. И теперь обо всем по порядку. Ну вот я выбрала точку, собралась рисовать. И теперь легким движением руки откидываем ручку, и тележка превращается в удобную подставку для планшета, то есть тренога или мольберт. И можно начинать работать. К тележке можно привязать обычный зонт. Не большой специальный художественный, а обычный зонт, который помещается вот в такую сумку небольшую. Для этого не обязательно откидывать ручку тележки. Планшет тоже лежит с хорошим упором. А зонт закрывает и от дождя, и от солнца, как сейчас. От солнца он закрывает работу, что самое главное для художника, ну и даже меня. Ну, с моим 2-метровым ростом и соответствующим весом под таким зонтиком укрыться сложно вместе с этюдом, но художникам более миниатюрных размеров это удастся очень даже успешно. Таким образом, обычная тележка выполняет целых три функции. Собственно, транспортное средство, ее прямое предназначение. Затем роль треноги или этюдника и опора для зонта. При выборе тележки нужно учитывать некоторые особенности. Если кому-то интересно, пишите в комментариях, задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу. Всем удачи и успехов в творчестве!